Всем привет! Поздравляю вас с праздником, с Днем Победы! И сегодня на разборе одна из самых популярных советских военных песен «Синий платочек». Написал ее польский дирижер и композитор Ежи Петерсбургский, и первая ее запись на пластинке вышла в 1940 году. Ноты с табулатурой, как всегда, в описании под видео, а далее разбор. Сложность аранжировки средняя, по пятибалльной шкале примерно уровень 2-3. В принципе, здесь не очень быстрый темп, нет как таковых аккордов на барре, но есть аккорды на растяжку и перемещение по грифу. Тональность аранжировки ля минор была сыграна в темпе 190 ударов в минуту. Разбирать будем, как обычно, по частям и по фразам. Первая часть, она будет повторяться несколько раз в куплете, звучит в начале в качестве вступления, то также поделим ее на две части по 4 такта, на две фразы. Первая фраза. Третью струну мы зажимаем на седьмом ладу, можно к ней сделать небольшой слайд с шестого или с пятого лада, и играть ее будем вместе с четвертой открытой струной. Безымянным пальцем мы ее зажали. Дальше указательным вторая на пятом, средним вторая на шестом. И вот свободные пальцы мизинцем зажимаем первую на восьмом, безымянным пятую на восьмом. Играем их вместе. Держим средний, третья на седьмом. Это как заполнение, чуть тише играем эту ноту. И затем сдвигаем мизинец первая на седьмом. Остаемся в этой же позиции указательным. Третья на пятом вместе с пятой открытой. Дальше средний, третья, седьмой лад. И мизинец третья на девятом. Затем средним пальцем зажимаем шестую на восьмом. Указательным первую на седьмом. Здесь растяжка как раз. Вместе их сыграли. Держим безымянный, подставляем третья струна на девятом ладу. Тоже это заполнение. И мизинцем вторая на десятом. Таким образом. Все играется ровными четвертными нотами. Играть будем практически в два раза медленнее. В темпе 100 ударов в минуту. Следующая фраза. То есть мы предыдущую фразу закончили вторая на десятом мизинцем, средним шестая на восьмом. Мы оба пальца сдвигаем на один лад вниз. Получается шестая, седьмой лад, вторая, девятый. Играем их вместе. Дальше указательный, вторая, шестой. Бас старайтесь не бросать. И третья на девятом мизинцем. Все, бас отпускаем, мизинец сдвигаем. Третья, седьмой лад. Играем с шестой открытой. Затем вторая открытая. В это время переносим руку в первую позицию. Указательным зажимаем третью на первом. Играем ее. И первая открытая. И средним пальцем третья на втором. Вместе с пятой открытой. Держим, указательный подставляем, четвертое на втором. Теперь четвертую с третьей вместе играем на втором. Держим и безымянным бас у нас меняется. Безымянным зажимаем пятую на третьем, играем ее. И также четвертая с третьей на втором ладу два раза. Пройдем с метрономом. Это была первая часть, состоит она из двух фраз. Давайте пройдем ее целиком с метрономом. Следующая часть, это вторая часть, получается, и первая фраза. Thank you.
здесь же остались мы в первой позиции. Средним пальцем зажимаем пятую на втором. Играем ее с первой открытой. Дальше вторая открытая. Вторая, первый лад. Теперь мизинцем лучше. Вторая на третьем с шестой открытой. Первая открытая. Указательным третья на первом. И вторая на первом средний подставляем. И все, отпускаем открытые вторая и пятая. Затем средним третья на втором. Держим и также указательный подставляем. Четвертая на втором, играем ее. И держим четвертую третью на втором и играем заполнение. Пятая и четвертая с третьей два раза. Пройдем с метрономом. Фраза. Здесь зажимаем указательным пятую на четвертом и безымянным первую на пятом. Играем их вместе. Держим, средний подставляем вторая на пятом и мизинец вторая на шестом. Все, отпускаем, мизинец сдвигаем, вторая на восьмом с пятой открытой. Дальше указательный первая на пятом, средний заполнение третья на шестом и мизинцем первая шестой тоже. И сдвигаем мизинец первая на пятом, играем вместе с четвертой открытой, держим и подставляем средний палец вторая на третьем указательным, третья на втором, играем заполнение вторую с третьей два раза. Аккорд остался, играем пятую и также вторую с третьей два раза. Пройдем с метрономом. Это была вторая часть. После нее повторяется первая часть, которую мы играли в самом начале. Давайте вторую пройдем целиком с метрономом. Дальше повторяется первая часть. С тем лишь изменением, что когда мы в конце, в самом зажали бас пятая на третьем, сыграли заполнение в третья и четвертая на втором ладу один раз, не два раза. После этого сразу начинается следующая часть. Назовем ее третья часть. Да? Здесь закончим. Первая открытая. Затем вторая и шестая вместе открытые. Дальше зажимаем третью на первом указательным, средним четвертую на втором и играем их два раза. Держим, мизинцем зажимаем шестую на четвертом, играем ее и также четвертую с третьей повторяем один раз. Теперь снова первая открытая, можно аккорд отпустить и зажимаем аккорд ля минор. Сначала вторая на первом, играем ее с пятой открытой. Держим и четвертую, третью на втором дожимаем, играем их два раза. Теперь мизинец пятая на третьем и четвертая с третьим, с третьей на втором один раз. Пройдем с метрономом. И сразу дальше. Мизинцем первая на пятом. Теперь сдвигаем мизинец первая на третьем и средним пальцем шестая на третьем. Играем их вместе.
Дальше указательным шестую старайтесь не отпускать. Указательным первая на втором. И вернули мизинец первая на третьем. Теперь мизинец передвигаем первое, седьмой лад. И указательным уже зажимаем шестую на третьем тоже. И играем вместе шестую и первую. Дальше безымянным можно. Первая на пятом. Дальше третья открытая, это заполнение потише. И мизинцем вторая на шестом. Все, возвращаемся в первую позицию. Безымянным зажимаем пятую на третьем, играем с первой открытой. Держим средним пальцем, дожимаем четвертую на втором и играем вместе с третьей открытой два раза. Затем безымянный сдвигается пятая на четвертом. И вот здесь четвертая и третья на втором, ну лучше подставить указательный палец, барре зажать на втором ладу и играем четвертую с третьей два раза. Пройдем с метрономом. Дальше снова повторяется первая часть, но в конце она изменится. Давайте эту часть сейчас пройдем целиком с метрономом. Это была третья часть. Дальше повторяется первая часть, 6 тактов, изменится концовка. Вот до этого места мы дошли и поменяется окончание. Третья на втором ладу, получается, средним пальцем ее зажимаем, играем с пятой открытой. Держим, дальше указательным четвертая на втором. И четвертая на четвертом можно сделать, да, молоточковым ударом, сыграть на легато. Дальше все отпускаем, указательным зажимаем третью на первом. И дальше также третья на втором можно молоточковым ударом сыграть. И вторая открытая. Затем указательным вторая на втором и безымянным пятая на четвертом. Играем их вместе. Средним вторая на третьем и первая открытая. То есть здесь немного быстрее идет один такт и дальше следующий идет также четвертными нотами. Давайте пройдем тогда всю эту часть с метрономом, чтобы было понятнее окончание. Затем можно перейти либо на самое начало, как я это сделала при исполнении, проиграть все то же самое, без изменений до этого места и перейти на коду, либо сразу можно перейти на коду. Кода — это повторение вот этой последней части без двух вот этих тактов переходных, скажем так. Вместо них мы сразу играем конец. Последние два такта – это третья на втором с пятой открытой. Дальше указательным вторая, первый лад. Первая и шестая открытые. И на пятом ладу мизинцем зажимаем первую, безымянным вторую и средним третью. Играем их вместе с пятой открытой. На этом, собственно, все. Желаю вам удачи, успехов, терпения и до новых встреч. Пока!